Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Нейзи, и... чуваки, я только заспавнился в мире, и на меня сразу упал вот этот кусок гравия, он чуть меня насмерть не прибил. И надо мной какой-то корабль чужих, не знаю, это, чужие в Майнкрафт, это, от Зимана. Не знаю, вот, собственно, меня уже убить хотели, то есть, это был намек, типа, мол, не надо записывать здесь видосики. А то вот прилетит такой корабль чужих в старой версии Майнкрафта и бьет меня куском гравия. Как вы могли понять, это Майнкрафт очень-очень старый. Тут летают в воздухе вот такие вот... Ой-ой-ой, и лаги еще. Вот такие куски. Куски летают в воздухе. Вот. И все лагает жутко. Потому что, я не знаю, тут все не оптимизировано. Хоть у меня и 1000 FPS сейчас, но... что-то... Ой-ой-ой, какие-то подфризы идут. Вот, собственно, я хотел бы показать вам сегодня, как выглядел старенький Майнкрафт. Как и вообще, с чем его ели. Что делали здесь. И пустить слезку от ностальгии. Особенно по вот этой текстурке гравия. И потому что был вид только от третьего лица вот так вот. То есть вперед, чтобы посмотреть на нашего Стива, надо было вот открыть инвентарь. Только так. Только так. Вот так, только, вот, все, все, все. Никаких этих, знаете, фоточки делают, в ВКонтакте ставят себе такие фотографии, где сфотографировались, типа селфи. И вот, и немножечко умственно отсталые люди. Что здесь было вообще? Ну, я уже показал корабли чужих из сериала Зимана. Чужие Майнкрафт, ладно. Были вот такие коровы, у них рога более какие-то 3D-шные, что ли, высокие, потому что... Да чё ты прыгаешь-то, блядь? У современных коров что-то таких рог прям нету. Или я не замечал, просто я Майнкрафт не играю, я только... А, и оно вообще в воздухе висит. Вот, то есть коровы у нас тут прыгают, а от счастья в воздухе. Вот такая графика была, собственно. А, вот такие красивые пещерки у нас генерировались, такие. Вот. И такая графика, да. Не, я могу, конечно... Ой, блин, что я сделал? Так, я могу вот так вот сделать. Графика где... Вот, фэнс. Могу так сделать, но суть это не меняет, графика все равно такая олдскульная осталась. Ну, я с такой, пожалуй, побегаю сейчас. Вот, сгенерировались вот такие пещерки у нас. А, вот. Вон, висят в воздухе всякие. То есть сейчас вы редко где найдете висящий в воздухе блок какой-нибудь там островок в воздухе висящий. Вот, было раньше много мифов, типа было такое... Господи, там вообще дерево в воздухе. Была локация такая, типа, рай, да? Вот, были такие, типа, всякие фанатские теории, что есть рай, да? Кто-то встречал, там, скриншоты делал. Но на самом деле это просто была случайность и генерация мира. Вот, такая. И часто вот на таких версиях, да, вот, кто-то вот играл, и вот, блядь, были вот самые распространенные теории о Херобрине каком-то. Ну, не, не каком-то, ну, как бы... Все знают, кто это такой, даже те, кто не играет в Майнкрафт, вроде меня, людей. Ну вот, и, собственно, тут было очень весело, на самом деле. Тогда игра не зашкварилась, не было всяких летсплеев, типа, «Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Ди...» да, все, нормально. Вот, то есть тогда такого не было, тогда все было хорошо, лампово, атмосфера... А, это музыка, господи, я испугался, думал, что скрипит. Думал, это арматура. Так, и инвентарь тут на Е открывается. Так можно накрафтить себе дощечек. Вот, дощечек. И построить домик, не знаю, где-нибудь там. А, и да, тут нет бега. Вот я два раза зажму, нет бега, просто shift жму. Ой, там свинья упала и сдохла. Вот. То есть, тут голод. Тут не было голода. Тут вот свинья вот так выглядела. То есть, если нас побили, да, там... гопники какие-нибудь в подъезде, то мы просто берем свинину, достаем из кармана и жуем ее. И у нас пополняется ХП. Вот давайте я сейчас вам продемонстрирую. Так. И да, свиньи не убегают, когда их бьешь. Вообще никакие мобы не убегают. Предметы вот так не стакаются из еды. И вот сейчас я, например, вот в этот водопад залезу, как на 23 февраля завтра полезут всякие бухие алкаши. Ну, вернее, уже сегодня. Как бы я это видео за день записываю, вот. То есть давайте я сейчас попробую вот отсюда спрыгнуть. И у меня ХП не пополнится. То есть мне придется его вручную пополнять. Вот так. Эть! Оу! Я жираю мясо, оп!
все пополняется хп. То есть сырое мало пополняет, а жареное много. Но потом, так как свининой мало кто пользовался, а на серверах ходили просто вместо хилок, вот как сейчас золотые яблоки, юзали вот это вот мясо, пожаренное и прочее. То есть у кого было больше мяса, у того больше было шансов выиграть битву, даже если у него был какой-нибудь там деревянный меч. Просто хиляешься мясом, и все, ну то есть все, ты как бы жив, всех живей. Вот. Это не то, что в какой-нибудь школьный медпункте в каком-то у вас там, не знаю, дадут вам активированного угля, и вы загнетесь с переломом руки, вот. Так, давайте еще деревце нарубим и построим где-нибудь, вот как я делал, вот в Майнкрафте, когда я начинал играть. Сделаем какой-нибудь домик там, я все время в воздухе делал. Не, первый дом у меня был не в воздухе, он... Я его из земли поначалу вообще сделал, а потом прибежали два веселых крипера и все взорвали. Я тогда играл на Peaceful и решил поставить на изи, а потом не знал, как переключиться, потому что английский я к тому времени плохо знал. Вот, как бы эволюционировал теперь. И знаю английский, знаю все, как, что, что за что отвечает, вот. И... О, какое хорошее место. Так, давайте, Спарта. Опа, все, халявная свинина. Пойдем вот сюда, покажем монстров, как они горят и прочее. И вот давайте вот, вот здесь вот забахаем домик. Вот, то есть копание у нас так же выглядит, то есть внутри, как бы сейчас есть динамичное освещение. Не, какое динамичное освещение? Сейчас такого нету, забудьте. Вот, собственно, вот так вот выглядел Майнкрафт наш старый. Зомби, кстати, выпадали перья. Вот. Сейчас покажу. Вот. Сейчас вот просто дюперы, да? Они офигеют. То есть, как бы, любители халявы всякие. Одна дверь. Одна дверь. Все, понятно? Только одна. И открывается она с божественным звуком. А, нет. Тогда не было такого божественного звука. Просто там крутой звук. Это значит не та версия, не ту включил. Ну ладно. Это тоже ничего. Сейчас покажу вам, как копали. Бэмц. Бэмц. Без вот этого, знаете, страшного звука, когда разрушается кирка, знаете, такой бум, как будто кому-то лицо сломал Джон Сина. Вот, нет, такого не было. Я первый раз подпрыгнул от этого звука, когда у меня кирка сломалась после старой версии. Там вышла новая версия, где голод, типа, вот, обновил я все. Тогда у меня, вот, сломал, так, сломалась кирка у меня. Я подпрыгнул, блядь, головой ударился, ногой и сломал. И вот, и Маджанг написал, короче, заявку о том, что эта игра убивает людей, вот, травмирует. И они мне дали миллион долларов, моих мечтах. Так, окей. Давайте вот выкопаем, разровняем себе вот такую вот шахту, нашу землянку настоящую. Хорошую землянку. Кстати, вот если вам понравится данное видео, да, то можете попросить меня в комментариях там забахать что-то типа... зимних приключений, да, новогодних. Вот, типа, я соберу своих модераторов со стримов, мы вот сделаем сервак и будем там бегать, веселиться. Вот как вот эта свинка прыгает, вот так же. Да, но только эта свинка... О, видите, кирка сломалась, и все, и ничего. Да, 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 ее бьют, а она прыгает от радости. Я бы тоже так делал. Она мне даже не принесла свинину. И тут была такая штука, смотрите, F3, дебаг монитор. Такой. Че? F3 же, не? Леп. Странно, что-то дебаг монитор не работает, сейчас пофикшу, погодите. Окей, видимо, дебага тут нет. То есть, когда просто в новых более версиях, да, в альфе тоже, жмешь F3, и над мобами показывается их номер ID. Вот, то есть за стенку заходишь, и там ID-шник показывается. То есть F3 зажимаешь, да? То есть тут надо удерживать F3 и F1, чтобы вот скрыть вот так вот. Вот так вот. О! 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 Это что такое? О, господи! О, смотрите, как закат происходит. Я нашел, как сделать вот селфи. Вот, F1 зажимаешь, короче, и видно. Только он такой далекий. Так, надо сейчас закопать вот это, раскопать. И пойти переплавить, меч сделать. И чтобы я мог показать вам, как сражались мы. Вот, как деды в Великую Отечественную. Ух, смотрите. Тут, то есть не динамичная такая, а по кускам так, смотрите. Сейчас еще стемнеет немножечко. Во, видите? То есть она по кускам так вот дерется. Ладно, сейчас печечку поставлю.
Еще покажу вам свет. Просто свет это офигеть было. Печка, кстати, вот так выглядела. Так, кладем сюда это, переплавляем. Свет, смотрите, вот сейчас свет от печки такой желтый, да? А вот тогда был такой атмосферный, знаете, прям ламповый такой. Прям вот, хотелось прям вот так вот его взять. И не сломать. А сейчас он такой желтый, вот как будто санина какая-то. Вот. А, и сейчас переплавится у меня железка, я кое-что вам еще покажу. Так, ну думаю, 3 слитка... А, даже 2 достаточно мне. Все, давай, переплавляй сюда. Сейчас кое-что вам покажу. Так, сюда иди. Пока... А, не, пускай плавится, потому что ничего не видно. Положу так 2. Все. Сундук. Сундук — одна из важнейших частей. Вот. И сделаю сейчас кое-что еще. Меч. Вот, то есть сундук выглядел вот так вот. То есть, открываешь его, он без анимации. Так, открывается, то есть... Вот, то есть если сверху блок, его нельзя открыть. Ну, естественно, это же сундук. Хоть что-то реалистично тогда было в Майнкампфе. Вот. А мечом нельзя блокироваться. То есть, пошли сейчас... Ой-ой-ой, нет, ну нахер. Ладно, ради вас я покажу вам, как тут боевка выглядит. Давайте сложим сюда все. Тут есть кровати, надеюсь? Не, думаю, нет. Вот, то есть, сейчас покажу вам ПВП, то есть ПВЕ против ботов. Я с мечом иду, вот, то есть, сейчас, наверное, на видосе вам повышу яркость, или нет. Секунду, тут есть? Нет, тут нету. Тут нет повышения яркости. Во, еще мясо. Чем больше мяса, тем больше вероятность мне выжить. Вон, смотрите, скелет, видите? Вон, как они, заразы, быстро бегают. То есть, вон, прям, ходит. Ой, что-то у меня фризит немного. Лаги. Вот лаги — это постоянно проблема была. Ой, бежит. Ой, давай. О, экшон начинается. Давай. Во, паук. Ать, не сегодня, давай. Кто еще? Давайте, в очередь, сукины дети. Так, корову мне нужно убить, чтобы мясо получить. Смотрите, кстати, это типа свинина, да, у меня в руках. А я вот так бью корову, да? И мне тоже вот выпадает, а... Нет, с коров кожа вроде выпадает. Из... Нет. Не... А, говядина с них тоже падает. Точно. Ой. Вы посмотрите на этих смельчаков. Так. Не. Давай. Опа. Давай, паук. Ой. Сейчас я вам еще криперов покажу. И как от них было легко это свалить. Вот так вот. Сейчас. Не, музыка тут, конечно, прекрасная. Вот там паучки у нас. Вот сейчас тоже паучков помочим. Немножечко. А то разбегались тут. Дихлофос тащите. Ать, прыгает тут, а? Ать, прыгает. Прыгает, прыгун, ну. Ой, вон крипер, смотрите. Сейчас покажу вам, как легко сбежать от крипера было. Ой. И все. Он вас не достанет. Ой. Ой, паук сейчас... А, пауки тогда лазить, кстати, не умели, смотрите. Все, беспомощные животные. Крипер тоже беспомощный. Просто, вот что он может? Он ничего не может. Так, давайте растолкаем этих насекомых, членистоногих. Давай. То есть крипер, все, беспомощный. С него только порох добывать можно было, и то не так. Сейчас вот пойдем он. Зомби замочу, вот зомби тут прыгает, надеюсь, видно. Вот смотрите, просто берем. У меня алкаши в подъезде также орут. То есть, смотрите, он слепой даже немного. То есть, если я вот буду много идти, да, то он от меня со временем отстанет, думаю. То есть, вот, все, с него ничего не выпало, потому что, не знаю, с них перья должны выпадать, но тут что-то не выпало. Может, я просто дегенерат тупой, загрузил не ту версию, где с них ничего не выпадает. Ой, братья криперы. Аллах Акбар. Вот вам и взрыв. Вот. Так, еще криперы. То есть вот, если он... Аллах Акбар. Так. Вот еще крипер. Давайте покажу, вот сколько взрывов у нас тут. Давай. Вот. Они вот вообще бесшумно ходят. То есть сзади они тогда вообще так подходили. Прям вот не слышно их было. Да. Давай, ты тоже иди сюда.
Лук я вам, к сожалению, наверное, сегодня не покажу, если меня не убьют. Давай, давай, взрывайся, взрывайся. Молодец. Так, ладно, попробую. Блин, у меня нет дерева. Ладно, сейчас нарублю по-быстрому и покажу. Представляем вашему вниманию автомат деревяшникова. Не знаю, потому что как это описать. Вы просто посмотрите. Во-первых, на модельку его, как он держит ее в руках. И во-вторых, на вот это. Понимаете? То есть я мог вот так застреливать просто всех. Пэм-пэм-пэм-пэм. То есть это реально пулемет. То есть на ПВП, понимаете, вот у вас всадят так вот стрелы 64. И все, вы как бы просто сидели, вот такие вот любители, и вот так, тык-тык, повыпускать любителей стрелы. И в попчан вам врежется какая-нибудь. Вот давайте на зомби сейчас протестирую, если попаду, если я не настолько ущербен. Но я ущербен. Вот сейчас вот так. Эть, пэм. Но не попал я по нему, потому что я... Не, попал. В смысле, у него хп много слишком, у зомби это. Вот, собственно, как выглядел Майнкрафт. Сейчас будет рассвет, и я покажу вам рассвет. А вот, дорогие друзья, рассвет. Я все-таки дожил до рассвета с одним сердечком. Смотрите. Вот так вот наступает рассвет, то есть не динамично. А, вот так мне даже на самом деле больше нравится. Это больше лампово, атмосферно. То есть очень нравится мне вот такой именно рассвет. Вот. А не новый. Они прыгают там. Сейчас будут прыгать еще сильнее, потому что будут жариться как попкорн в микроволновке. Прыгают, головой бьются. Ну да, когда мозгов нет, что, можно и побиться. Так вот, вот так вот наступает рассвет. Вот в мультиплеере это просто было очень лампово, очень мне нравилось. Скелет, кстати, он слепой, вообще меня не видит. Так, не подходи, а то у тебя зона действия подойдет ко мне. Вот, смотрите, сейчас бьется головой. Ну, он стена отсталый, что с него взять? Моб же. Вот, то есть... Вот, смотрите, как горит. Сейчас загорится вот этот вот. Вон, видите, там горит. То есть там в три блока горит. То есть, во. Так, ты зеленый, отойди. Уйди, игилуец. Давай, взрывайся. Да взрывайся, говорю. Ай, блядь. Вот, пожалуйста, вам. Взорвался наш игиловский крипер. И, ну, я показал вам, как они горят. То есть, в три блока горят. То есть, ну, горят, как евреи, короче. Ну, печи. Так вот, показал вам основы. Показал корабль чужих Зимана. Показал вам все. Вот такие вот дела. Давайте, если хотите, какие-нибудь олдскульные приключения по Майнкрафту, чтобы я создал сервак, и чтобы модераторы мои играли там, и прочее, там, модов понаустанавливаем. Кстати, кто знает, как устанавливать моды на старой версии, напишите мне, пожалуйста. Вот. И всем пока. Давайте, не болейте.